Колин Нотс говорит, что в начале своей соревновательной карьеры он провел много времени на поиск способов нейтрализации атакующих действий его соперников в противоположной стойке, правшей. Его основная техника заключалась в том, что он брал захват за рукав и затягивал руку соперника. Он считает, что именно это стало одной из главных причин его успеха в соревновательной деятельности против лучших дзюдоистов мира. Оутс признает, что это не только давало возможность предотвращать атаки его соперникам, а также препятствовало способности атаковать его, но и давало ему возможность ставить партнера в такое положение, когда он мог начинать использовать технику в партере, проведя сбив соперника вниз. Идея затягивания руки состоит в том, чтобы нейтрализовать сильную руку соперника, затянув правый рукав и поставив его в положение, когда он будет чувствовать себя некомфортно. Схватив правую руку и притянув ее к себе, вы таким образом ставите вашего партнера в крайне неудобную позицию. Оутс указывает на то, что правша обычно предпочитает бороться в так называемом квадрате прямой стойки, и когда его помещают в неудобную позицию, с которой он не знаком, ему будет не хватать уверенности, чтобы начинать выполнение своих приемов. Из этой позиции Оутс будет стараться оказывать на партнера давление через опору на него, продолжая работу в партере или наказание за пассивность. Затягивание рукава – очень безопасный способ захвата в борьбе и является эффективным средством против любых сильных соперников в противоположной стойке, особенно в сочетании с быстрым переходом и эффективными действиями в партере. Еще больше видео доступно на Superstar Judo.